Ребята, всем доброе утро. Сегодня я хотел показать, как Моздок начал игру. Троих чернохвостых выпустил и Моздока. Хотел внизу снять, но они сразу улетели. Вот три чернохвоста и сзади Моздок. И начинает игру. Недавно снял. Почти 2 дня и уже играет. Вот за 4 года я еле получил птенца, который с игрой. И то вот родители этого Моздока здесь я приобрел. Потому что оттуда, что они привозил, они не играли. Ну, у ребят вольерные головы. Я не говорю, что там нет играющих, но мне не досталось. И старопородную здесь я достал. Сейчас эти чернохвостые тоже молодые. Они еще игру не набрали, нахвост только дают. Когда я отпускаю прошлогодними вот этого Моздока, который сильно поднимается, он за ними летит. Я сейчас не знаю, может будет забиваться, но я точно знаю, что он поправит игру. Посмотрим, что будет. Самое главное, что голубь летает и играет. Мне уже надоело их гонять, и ноль результат. А вот этот уже нормальный. Голуби чуть в сторону отошли, сейчас появится. Вон они откуда выскочили. Я белых еще добавил, пусть полетает.
Кто про меня скажет, что я голубей не гоняю? Сегодня я уже вот эту молодежь гонял. Это второй раз. 2 часа они посидели и опять погнал. А он их не гонял сегодня, и они более-менее наверх пошли. И еще пойдут. Лохматые мои, лохмоногие. А чернохвостых молодых я закрыл на отправку. Самолодёжь, вот они. Один только там взрослый, остальные. Вот этих я, ребята, гонял. Те 2 штуки тоже спускаются. Напуганы почему-то. Вот один. А вот тот вещи. Резкий спуск, значит, хищник в воздухе.
Вот этого, который садится, уже бил. Сапсан. Вот он сел. Под миску зеленкой намазано, порванный у него бил. Хвости тоже не хватает. Фронтовик. Сегодня 9 мая. Вот он тоже на войне бил. Остался один. У обоих птенцы. И жалко, если заберет. Да, чуть не забыл. Днем победы, ребята, вас всех. Живите долго и не забивайте тех людей, которые за нас сложили головы. Говорят, больше всех погибли грузины. На войне. По процентности численности. Сколько призвали от них, все не вернулись. Как и везде. Героически воевали со своим вождем. Не то, что сейчас. Сейчас воюют со своим народом. Лишь бы много урвать и рвануть за кордон. Иногда YouTube меня блокирует. Не нравятся им мои слова. Но это мне пофигу. Всем добра. До свидания.